Ребята, всем привет, с вами Александр. Зашел я тут, в китенка нашего, в наш, так сказать, такую гавань. Да, и у нас тут есть такие вот предложения. Есть божественные билеты за 50 свитков. Три штуки. Посмотрим, стоит ли их, смотря какие там сейчас награды. И, допустим, три колдовских билетика. Ну, за 100 тысяч еды, то есть можно купить, как бы, 100 тысяч еды. Там 300 для меня сейчас это уже небольшие деньги. Ну, за кристаллы, естественно, ничего покупать не собираюсь. Но с этими билетиками мы сейчас разберемся. Давайте посмотрим, где я нахожусь. Так, у нас идет заядлый фермер. Блин, да, кстати, надо как-то это дело собирать поактивнее. Давайте начнем со сбора еды. Тут что-то я как-то отстаю. Так, это мы сделали. Так, ну я мало, далеко еще, блин, не успеть. Должен успеть. На ночь надо поставить, будет на 6 часов, до 38, 19 миллионов, это квадратику поставить. Или что у нас там такое, 6-часовое. В битве с боссом. Я, кстати, даже вот последние 2 дня, наверное, с таймером, ну... Вот, мне кажется, немножко не успею. Блин, обидно будет. Потому что здесь я посчитал 3, сколько вот? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 4, 5. Ну, 16 остановок было. 16, то есть перерыв 2 часа, то есть 32 часа нужно. А было что-то в районе 48, 2 дня. То есть, ну, это как бы, если не спать, то ты успеешь. А если спать, то... то, наверное, не успею я. Хотя, если бы, да, пораньше, как бы, там, уже так, с таймером включился, то, в принципе, можно было бы и успеть. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим, как будет. Будет ли это моим первым... первой битвой с боссом, которую я пройду полностью. Ну, 4 круга, в смысле. Также вот здесь я уже практически прошел. Ну, выполню за сегодня 27. То есть нам осталось 5... Большие перерывы, правда, чуть ли не раз в час добавляется нам там что-то стоящее. Так. И нам нужно тут, да, покормить кого-то. Вот у меня есть. А хотя нет, не нужно нам кормить, потому что у нас, ребятки, сегодня великое событие. Мы сегодня выращиваем Тора. Божественная тварь. У него металл и энергия, да, как мне, по-моему, писали в комментариях. Нет свободных жилищ, там быть такого не может. А, это божественное. Божественное жилище нужно освободить какое-то. Так, подождите. Божественное жилище. Неужто ли у меня прям такая вот тут накладка? Вот, подожди, архангел. Свали-ка отсюда. Да, вот архангел идет сюда. А божественное жилище нужно будет построить. И вот теперь давайте мы его разместим. Разместить. Тор к Исиде. Так, Хеймдаль. Дэм. Ну, Одина, сволочь, мне одного кусочка не хватает. Одного кусочка, дайте мне один кусочек. Кстати, давайте тогда уж открывать будем, что ли, билеты. Ну, фрик. Мне вообще как-то смысла нету открывать сундуки на фрик. Как бы за 29 сундуков я... Ну, как бы я ничего не открою, но... Ну, а куда нам еще потратить 29 этих билетиков? Элкхант второй. Зачем ты нам нужен? 25. Они вообще надо... Как бы, ну я, блин, ну фриги я не насобираю. Откуда у меня возьмется столько этих? Короче, там же не попадется нам 90 или 50 хотя бы кусков. Эти билетики же не копятся, да, они же общие, по-моему. То есть можно как бы их оставить, пусть себе будут. Да, но давайте мы тогда, знаете, куда заглянем? Заглянем на колдовство, что ли. О, у меня вот этих билетиков полно, черт, я про них и забыл. Давайте будем открывать. Ё-моё, 100 штук целых. Я и забыл про это. Так, что нам тут хоть попадается? Так, ух ты, X40, ничего себе.
Кого это я тут насобираю? Это... А, это псина, этот Фенрир, ё-моё, точно. Фенрира мы насобираем с вами. Насобираем с вами Фенрирчика. Ну, давай, 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 где там Фенрир? Блин, так прикольно мне навалило целых 40. Лучше бы так было с Тором. Или с Фриг. Так, Хеймдаль. У-у-у, так много, целых 4-5 карточки у меня уже. Так, ладно, кстати, нам же нужно что сделать? Нам же нужно сейчас Тора покормить. А за кормежку Тора мне как раз еще навалят этих билетиков. Так, северянина я собрал. Такой какой-то писец, или кто это? О, еще дали божественных билетов. Так, Фенрира 63,70. 64,65. Ладно, давайте сейчас мы сюда вернемся. Меня тут сбили с толку, мы же вот как бы Тора качаем. Так, а ну-ка, сколько топориков? 29. Блин, ну еще реально придется ждать целых 3 часа. Давайте мы сейчас его накормим. Ну, на 10 пусть будет. Такой у нас воитель Тор. Он что-то какой-то не совсем неподвижный. Обойдешься. Ой, не туда. И смотри, как он, ну, нарисован как-то некрасиво. Весь в пикселях, в решеточках. Ну, ё-моё, где вы его рисовали? Кто-то рисовал у себя на коленке? Давайте. А, чтобы пробудить, нужно 20 уровень. Ну, ладно, тогда кормим на 20. Покормим на 20, пробудим ему стихийку одну. Так, у меня есть 11 миллионов уже еды. Это прикольно. Доступна новая стихия. Ну, ради этого мы это все и сделали. За 750 тысяч пробуждаем ему энергию. Да, он, в принципе, у нас как аналог Архангела получился, да? Так, а ну что у нас там у Архангела? Какая у нас вторая стихия? Металл же, да? Да, металл, такая же. Аналог только чуть посильнее, но не фартануло ему. Значит, так бы я все-таки Божественного взял лучше вместо Архангела, потому что Архангел мне вообще как бы не интересен был. Тут факел у меня есть, факел легендарный, его бы хватило. Он тоже как бы у нас аналог Ра получается, да? Пробудить за 100 кристаллов свет. Но зачем тратить? Увы и ах, он не успел, так сказать. Так, с этим разобрались. Теперь давайте возвращаемся к нашим билетикам. Вообще. Интересно, хоть кто-то собирал там из 100 сундуков какого-то бога? Ну, именно такого, да. Так. Собрал Эрмунганда. Это какой-то морской змей. Кстати, это не тот, этот мировой змей. Это не так его звали. О, Фенрирчика я собрал. Это прикольно было. Неожиданно. Двойник. Я дракона получу. Так, подождите, а сколько у меня их теперь? 186, то есть я уже реально 2, вот это было прикольно. Ну, с толку мне от одного билетика, правда, никакого. А так 2 дракона будет. Ну, лучше бы, конечно, насыпали Хеймдаля. Ну, у вас еще нормально так билетиков остается. Ну, надеюсь, третьего я не соберу. Эрмунганда. Фенрира нужно поставить будет на высидку. Двенадцати из 120 вообще прекрасно. Оу, ничего себе, 3 аж. Насыпали нам целых 3, ребята. Это шедевр. Практически собрали. В кавычках.
Получу двойник. Два сойдет. Третьего не буду получать точно, а два сойдет. Вот так вот. Так, ну еще бы парочку билетиков. Ну я получу еще 10 билетиков, получается, да? Так, давайте посмотрим. Фенрир. Ни одной цепи не под силу удержать свирепого дракона Фенрира. Он просто слишком велик и ужасен. У него атака 64. Не очень ужасен. Но если угостить его фруктами и пара викингов для боя, тогда, возможно, он позволит пожать ему лапу. Кстати, да, там же Фенрира обманули скандинавские боги и посадили его на цепь, что-то как-то ему там меч в пасть вставили. Как-то там такая была история, в общем. Он был очень силен, они его боялись, они его обманули. Так. Эрмунганд. Испокон века был заклятым врагом дракона Тора. Да, это вот тот мировой змей, получается, который однажды выудил его из своего логова в глубинах океана. Этот дракон знает, как затаить обиду, а еще он любит грызть свой собственный хвост. Ну, такой слабенький дракончик. И есть у нас еще более слабенький и редкий дракон. Дракон-северянин. Жестокое и твердое существо, привыкшее к холодному климату, жестоким битвам и долгим морским путешествиям. Но он станет вам самым надежным товарищем, если вы сможете с ним подружиться. А что это он морские путешествия? Он... Это ж какой-то писец. Это ж писец. Это ж полный писец. Так, какие стихии Фенрира? Ну, как бы... Ну, он просто самый симпатичный. Давайте его мы и поставим. И поставим на выседку. Отлично. Вот так вот. Неплохая у нас такая насыщенная серия довольно получилась. Так. А это вот эти вот обычные билетики, да? Ну, обычные билетики. Ну, два может купить чисто по приколу. Сколько сейчас, давайте проверим, сколько нам насыпят за... 20 нам дадут, да, 20. 20 билетиков. Ну, можно купить 2. 2, да, допустим. Так кыш отсюда, китаец ты. Вот один билетик и вот второй билетик. Я это сделал зачем? Затем, чтобы... вот от их открытие нам дадут один бесплатный. Ну, так, скажем так. 2... 3 по цене 2, вот так. Ну и, в общем-то, это было бестолково. Ненужная трата получилась у нас. Так, Брунгильда Эпик, тоже ничего особенного. Но это ее можно получить, да, у нас за 4 круга. Блин. А это можно как-то дело ускорить? Можно будет ускорить за 5 кристаллов. Ну, если бы это в пределах там 100 кристаллов, может, я как бы и ускорил бы ее. Брунгильда все-таки уникальный дракончик, коллекционный, так сказать. Посмотрим. Хотелось бы, конечно, успеть. Ты убери хоть ночью по будильнику, просыпайся. Так. Такие вот у нас дела, ребята, пироги. Так, где у нас тут мертвые ученики? Вам понравилось это отношение, да? 34 дня назад. Убрать. До свидания. Нам такие не нужны, ребята. Так что, новички, милости прошу, код дружбы есть, добавляйтесь в ученики. Только если вы не зомби. Зомби не принимаем. Так, давайте, кстати, на карту заглянем. Может, там что-то можем продвинуться, по-моему, еще у нас хватает селеночек. Да, у нас, кажется, ожидает нас босс, а ну, нам сейчас тут наваляет, и мы пойдем себе дальше. Ну, хотя бы посмотрим. Так, ну если самый сильный снимает у него меньше половины, то остальным ничего не светит. Ну, на, если взять с телефона запустить эту игру, то можно как бы типа попробовать гнев дракона использовать. Ух ты, они так не кисло хиляются.
Так, что мы типа можем даже победить? Вообще-то надо было пустоту использовать. Ну, давай. ...34 удара всего лишь. А, ну да, как это мы можем победить? Я забыл, у нас здесь два круга. Но один мы прошли, это прикольно. Ну и все. На этом наша битва закончена. Раз, промах и капец нам. Да, но здесь нереально, они же так высокого уровня, у меня 62 уровень. Увы и ах. И никого нанять пока что. Так, ну, ну так вот, ребятки. Такие у нас, в общем-то, дела. Клановое событие у нас закончилось. А так, еще немножко поборемся в северных испытаниях. Да, там битва с боссом и северные задания. А на этом, ребятки, все. Всем пока.